Друзья, привет-привет всем! С вами Иракес, и сегодня мы снова выходим на охоту за читаками в PlayerUnknown's Battlegrounds. Вы накидали реплеи, и я их смотрю. Сегодня у нас очень много интересных экземпляров. Парни, которые стреляют сквозь стены, парни, которые играют вместе с полным набором софтов, которые не гнушатся ничем, ну и, конечно же, мы их всех найдем и забаним этих чертей. А перед просмотром ролика я бы попросил вас проверить, подписаны ли вы на канал. Если же да, то спасибо большое. Если же нет, то подпишитесь, так вы будете знать обо всех роликах первыми, ну а также поддержите меня, что немаловажно, за что вам огромнейшее спасибо. Ну что же, давайте начинаем. Первый реплей нам прислал Сергей и сказал, что нужно последить за ребятками из 8-го сквада, а именно вот этот вот Сикпи и Вильям Ух. Прям такой ух. И первое, что я вижу, уже человек наводится через стены. Да алло, я даже вступление не успел сказать, но ты хоть немножечко подождал бы. Я пытаюсь включить X-Ray, он почему-то не работает. Не знаю почему, я тыкаю на X, но, видимо, игра решила, в принципе, это ненужным. Но, как вы можете видеть, что человек просто наводится на людей и при этом стреляет сквозь стены и, похоже, еще даже попадает. Да, сейчас что-то произошло, я его в киллоге не вижу, но урон только что проходил, но мы видим, как он по фастеру начинает стрелять. Фастера вот только что нокнул 100%. Ну, в общем, уже, я думаю, все понятно с этой козлятиной. Человек с ником Тикспи, пошел ты нахер, просто вылетай отсюда. Ну и, по идее, у него есть такой же друг Вильям Ух. Наверное, неправильно написал, Вильям Ху должен быть, потому что, судя по твоему стилю игры и твоему другу, ты явно Вильям Ху. Так, ну, здесь, по-моему, такой же чел, который просто смотрит сквозь стеночки, но пока что не показывает. Вообще, кстати, ну-ка, что по убийствам? Один фраг у этого человека всего лишь. Видимо, очень уж опытный читер и не может даже с читами сквозь стены прострелить людей. Погоди, а где? Ну, ты же... А, ну все, вот... Не нужно было далеко ходить, мы, оказывается, просто прошляпили этот момент, когда смотрели за Тикспи, и получился такой же парень абсолютно, только у него что-то с меткостью проблемы, у него какие-то трудности, он не успевает задамажить этих людей. Ну ладно, Вильям Ху, мы тебя тоже зарепортим, естественно, ну, скорость, ладно, хрен с ней. Давайте ради интереса поглядим, что здесь за еще люди в 8-м скваде, может быть, эти парни тоже опасные какие-то. И, походу, все, реплей взорвался, ПБГ сломался, как обычно. Ой, как я обожаю эту игру. Мало того, что читеров по несколько человек в одной катке, так еще и когда ты их пытаешься зарепортить, сама игра тебе говорит, пошел нахер. Ладно, вернемся, когда я починю. Так, ну что же, мы снова здесь, и у нас теперь Максон 767, просто невероятнейший ник у человека, и он все-таки тоже смог кого-то убить за данный промежуток времени. Давайте поглядим, как это выглядело. Может быть, Максон оказался честным человеком, который просто попался в сквад с чертями и даже об этом не подозревает. Наверное, это самое обидное, самое неприятное. Напишите, кстати, в комментариях, ребят, было ли у вас такое, что вы играете с человеком, думаете, что он нормальный парень, а потом как-то где-то вы выяснилось и оказалось, что он является читаком. Ну все, здесь понятно, зверь Гриша просто ползает, и Максон его сейчас, видимо, да, тупо доест. Даже не очень хорошо может выбрать позицию прицела для того, чтобы не попадать по решеточкам. Ну, Максона, короче, я считаю, репортить не за что. И давайте посмотрим еще одного парня, который тусит как раз-таки с этими говноедами. Это человек с ником не видно каким. Вот этот вот парень, у которого он настолько только близко подошел к читеру, что сам стал читером. Ну, не настолько, конечно. И вот он пытается прятаться от человека, вообще не агрессирует, в принципе, даже выстрела по нему не сделал. Здесь добил кулаками. Какой-то вообще странноватый парень. Давайте поглядим за ним чуть более пристально. Мне кажется, что, знаете, вот что-то в нем не так. Явно что-то он сделал здесь неправильно. Мне кажется, это, знаете, их такой местный куколд. Вот есть два читера, которые просто стреляют через стены, да, и что-то делают. А это местный такой пацанчик, который смотрит на это и еще им рассказывает. Говорит, вот здесь человек, на, пожалуйста, убейте зверя Гришу. Зверь Гриша, меня сейчас нокнет, Тикспи, настреляй по нему через стены, быстрее, быстрее. И сам сейчас плачет, а Тикспи тем временем настреливает. Да, вот, только что зверь Гриша его убил, молодец, ну и... Мушапион, он, в принципе, так и отлетел куколдом, но мы видели, что зверю Грише повезло чуть меньше. Ладно, два репорта в этой катке.
Но дальше больше. Реплей нам прислал Никита, и он сказал, что нужно понаблюдать за сквадом номер 6 и номер 4. И я только на них кликнул, где уже, по-моему, все понятно. 6 человек между собой полностью объединились, полностью вот тут вот сидят и дружат. Ну, пацанам мало 4 слотов в скваде, они хотят играть в шестером и долбиться в пуку. Это у них здесь такое некое гей-пати, и вот они обменивались поцелуйщиками, там, какими-то предварительными ласками, вызвали себе дроп, и сейчас будут делить его на шестерых, наверное, не знаю. Один самый сильный, самый актив возьмет себе все наиболее важное, а остальные его мелкие 5 сучек будут просто бегать вокруг этого дропа, пока один кто-то не сядет на бутылку. Ну, по крайней мере, я так себе представляю игру шестером. Ну, да ладно. Значит, что у нас есть? У нас есть целых 2 сквада, которые просто бегают. Ну и давайте выяснять, что у них по статистике. Убийство. 2. Серьезно, в принципе, заявка действительно такая жесткая. 2 убийства этого. Ля, куешет. О, какой серьезный чел в ТПП. Куешется, настреливает ССЛР, настреливает ультрахерово. Блин, что-то вы громкие какие-то, пацаны. Я выключу, если вы не против. У вас тут 6 стволов и все гомосексуальные. Опа, опа. А ты не пробовал делать так, чтобы у тебя прицел дергался? Так, первый у нас уже понятно. С первым все хорошо, с первым все нормально, мы уже выяснили. Так, только не вылетай, пожалуйста, одного вылета за ролик более чем достаточно. Спасибо большое, игра. Так, они вроде перестали что-то делать, поэтому давайте включим звуки. Ну и пошли смотреть. Вот как раз у нас по очереди 6-4 склад, все 6 человек. Первый фраг у этого парня мы уже зарепортили, ну знаете, так, для Верочки, чтобы было более чем спокойно и хорошо, чтобы потом в 3 часа ночи не просыпаться, что мы зарепортили невиновного, никогда так не делал. Вот, поэтому давайте глянем, как же он будет все это проворачивать непосредственно с соперниками. Вот у нас парень, о котором ни у кого не может быть инфы, но он забегает сюда, говорит «Здорово!» И, в принципе, все. Ну, я думаю, да, я думаю, понятно, с этим челом все, погнали к какому-нибудь следующему. Здесь у нас человек, который, видимо, станет решающим фактором в топ-1, станет просто наиболее сильным флагманом с 2 фрагами, там еще один флеерган, ничего себе, вы их там что, плодите, что ли, размножаете? Ну, вот так выглядит геймплей людей, которые играют в шестером, которые используют читы, которые имеют АВМ, фулл Т3, берил, то есть, ну, человек, вот, у него есть преимущество, у всех максимум 4 человека, у него 6, но при этом он делает вот так, пацаны. Он типа сидит, ага, находит какого-то парня и, по-моему, сейчас просто жахнет его, а даже не жахнет, он просто его добьет, тупо как лох. Ну, в общем, сейчас все его 6 стволов резко начали наваливаться на сквад номер 17, бедный сквад номер 17, ему, конечно же, не позавидуешь. Ну и давайте посмотрим, что же они делали в конце, что же делал этот парень, что смог занять решающий топ, именно последний фраг сделал он. А-а-а, они уже между собой тут общались. Ну, в общем, короче, это местный лох, он просто никчемный, вообще ничего не делал, поэтому мы его даже за 4 портить не будем, сделаем за объединение в команду, потому что, ну он вообще, это вообще самая низкая сучка ранга, то есть вообще максимально попущенный, поэтому тут даже за 4 не заслуживает репорта. Все, пролагало, спасибо большое. О, есть Ксяо Будинг, который Биг Динг, наверное. Ну, короче, человек очень-очень серьезный. 3 фрага, лучший в этой игре, просто самый мощный. 3 фрага, пацаны, это что, вам шутки, что ли? Это уровень, не знаю, максимально жестких киберспортсменов, даже киберспортсменов с читами, наверное. Ага, ну понятно, понятно. 4x прицел, спрей вообще никуда не уходит. Я тебя понял, Ксяо Будинг. Я, в принципе, много видал, но таких профессионалов видно сразу. Пацаны, которые от третьего лица так вот стреляют, да вы что. Отлично, еще один, хуя ТВ, правило номер 1, чит-патруля. Вижу хуя ТВ, кидаю репорт, вообще без раздумий. Типа, даже вопросов не будет. Тем более у него 4 фрага, вы чё, это, в принципе, космические цифры для таких парней. Не, ну это вообще жесть, вы прикиньте, люди играют с щитами, с ВХ, с ноурекойлом, с вещами, которые, ну, в принципе, делают из тебя бога этой игры. Играют в шестером, сука! И при этом делают 4 фрага закатку, 4! Это, ну это же как кошмар, какой мусор.
блядь. Ну да ладно. Непонятно, почему они используют мини-14, потому что у вас же нет отдачи на М-ке. Да, вы можете спокойно делать вот так. Ну и я думаю, что не гнушаются эти парни подобными вещами. Вот тут в гиле-костюме чел говорит: пацаны, тут у нас впереди сквад. Их 4, нас 6. Вот, сейчас их всех поубиваем и пойдем вместе валетами сосать друг у друга. Правильно, правильно. Все, закидали гранатами без ничего. Ну, я, по-моему, кинул репорт. Ну да ладно, кинем, давайте еще один, почему бы нет. И нет, у нас еще целых 2, я хотел сказать, последние ребятки. Так, ну это тоже местный куколд, такой нюхатель, который, в принципе, ничего за игру не сделал, никого не нокнул, урон, походу, даже не нанес. Чисто такой сидел, говорит: пацаны, ну мы как бы 2 сквада читеров, да? Я как бы немножечко боюсь, меня же, наверное, тоже вместе с вами забанят, да? Поэтому я вот в кустике посижу, вот тут вот пописью тут аккуратненько так. Ну, мне просто страшно немножечко, вы меня не трогаете особо, я вот тут поотдыхаю. Ну, поэтому мы его тоже как лоха репортим по слабенькому пункту. Не, погоди, не то, промахнулся мышкой. И погнали смотреть финального человека из этого сквада, который хотя бы фраг сделал, который хоть что-то имеет, хоть насколько-то внес импакт в эту игру. Просто бегают, ничего не происходит. Также в шестером, кстати, по-моему, никто из них даже не умер за всю катку. Ну, еще бы они умерли с щитами, совсем что ли, дебилы, в шестером бегая. Ну и сейчас он, видимо, убьет Рэмбо 05. Давайте немножечко ускорим, совсем чуточку. Бежит такой на уверенности, такой: усюка! Сейчас убью Рэмбо 05, мне уже все про него рассказали, я знаю, где он сидит, у меня есть АКМ без отдачи, и у меня есть... Еще 5 тиммейтов, чтобы его, если что, убить. Но Рэмбо 05 не палится. Сидит даже с ВХ. Они не сразу поняли, где он. И он смог еще нокнуть одного из игроков. Эти чуваки даже не поняли, что это свой уже тип остался. Он нечаянно саданул по данному челу. Ну, походу, тоже довольно-таки слабенький чувак. Не увидел какого-то подтверждения его щитов. Ну, да пошел он нахер. Че вот это вот? Ник у него из говна. И играет он с другими пацанами с читами. Пусть будет зарепортен. Все нормально, все четко. Ну и давайте сейчас, если пролагает, посмотрим их финальный танец. Танец маленьких долбоутят. Вот. И просто пацаны обмениваются лутом. Просто пацаны общаются, да, вот прокидывают гранаты. Ну, как я... А, нет, это флешки, я надеялся, что это будет как раз-таки осколочная граната. Как я, короче, и говорил, вот сейчас решают, кто из всех сядет на бутылку. Похоже, что вон те 2 куколда, которых мы зарепортили уже как бы в данном списке. Ну и все. Бегают, рано или поздно умрут. До звездочки не дожидаются, просто решили устроить бойцовский клуб. Вот, первое правило бойцовского клуба: если ты читер, ты идешь нахер. Второе правило: репорты надо давать всем. Ну и в принципе хватит. Я думаю, что на этом данная катка и закончена. Ну что же, 8 чертей за сегодня мы отправили в бан. По-моему, это просто великолепно и отлично. Напоминаю, ребятки, что если вы хотите скинуть какой-либо реплей, то ссылка на обсуждение ВК, куда они кидаются, есть в описании. Пожалуйста, прочитайте первый пост, где есть образец, чтобы мне было легче найти реплей и понять, о чем он в принципе. Ну а так, всем, конечно же, большое спасибо за участие. Всем большое спасибо за то, что вы пытаетесь улучшить комьюнити PlayerUnknown's Battlegrounds. Прокидываете, репортите. Также, если хотите, можете сами скачивать эти реплеи из группы ВК, также прокидывать репорты. Чем больше жалоб, тем, естественно, эти люди будут быстрее забанены. Поэтому всем большое спасибо. Спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Всем пока.